Иннокентий Сергеевский, 31 год. Возглавляет отдел в биотехнологической компании. Женат, детей нет, подозревает супругу в неверности. Работаем с цветущими язычками. Маску он надевает. Угу. Социальный тест. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Нет, лучше так. Да? Сейчас пандемия в стране, поэтому я защищаюсь все-таки сам себе. Ну, ваше право. Что вас к нам привело, тогда рассказывайте. Да, вернувшись с работы, я обнаружил в туалете поднятый стучак. В раковине, в ванной я обнаружил белый волос. Как вы успели заметить, я темненький, моя жена рыжая. Явно, чтоб нам кто-то приходил. Стучак – это, конечно, ужасно. Волос еще страшнее. Может быть, помните древний слоган «чистота – залог здоровья»? Так вот, как раз-таки я, как человек, как ученый, считаю его полностью справедливым и актуальным. Дома постоянная чистота, прям все блестит. И чтобы здесь такое, ну, никогда, ребят, такого не было. Но вы жену спросили об этом? Нет, вы знаете, я решил сам во всем разобраться. И решил обратиться все-таки к вам, как к специалистам. Так сказать, соблюсти чистоту расследования. А это возможно только, если она ни о чем не догадается. Ясно. А жена ваша работает? Нет, она, так сказать, у меня профессиональная домохозяйка. Я же очень много времени провожу на работе, тем более за последний год мы работаем над проектом, очень важным для нашей стороны. И у меня просто-напросто сейчас нету времени, чтобы уделять его Анне. Ну, думай, беремся, не беремся. Ладно, давай попробуем выяснить, приходит ли кто-то, если там такая стерильная частота и тут вдруг вопиющий случай. Хорошо. Но нам нужно будет поставить камеру в вашей квартире. Я могу вас попросить, чтобы ребята надели перчатки и маски. Будьте уверены, мы соблюдем все необходимые предосторожности. Всего доброго. На связи. До свидания. А группа к обвесу подготовьте средства индивидуальной защиты. Сделаем. На следующий день началась работа над новым делом. Оперативники дежурят у подъезда дома, где проживают супруги Сергеевские. Ждем наш объект наблюдения. Внимание, вот вышла женщина. Анна Сергеевская, 26 лет, домохозяйка. Замужем, детей нет. Пешеход на маршруте. Получайте картинку. Пешеход, давай топай, не упусти объект. Группа обвеса, приступайте к работе. Отдадим, все услышали, исполняем. Казалось бы, опасения Иннокентия основываются на смехотворных уликах. Однако человек с таким мнительным характером может испортить жизнь и себе, и жене. Мы просто не могли оставить заявителя один на один со своими подозрениями. Видим, заходит какой-то магазин. Не идем в магазин, у входа ждем. Пока Анна совершает покупки в супермаркете, наши сотрудники занимаются установкой системы видеонаблюдения в идеально чистой квартире Сергеевских. Перчаток есть своя польза? Есть. У меня ставим перчатки. Я последний поставил. Я тоже. Группа обвеса, микроавтобус, прием. Да, ребята, принимаю. Установили все камеры. Работали в перчатках, в масках, как ты и просил. Стол поставили на место. Не я об этом просил, но молодцы, спасибо. Все, понял, уходим. Спасибо. Что-то она долго там пробыла. Привет. Здорово. Да, да нет, какое пивко? Ты что, я этот... Ты майку запачкал свою. Какого-то знакомого она встретила. Сейчас подарили. Сейчас зайду, может. Там пятный водитель какой. У меня хороший есть. Я тебе могу его отсыпать чуть. Слушай, ну, мне, по сути, ничего больше и не надо. Ну, ладно, пойдем. Сумки возьму. Мы услышали драматичнейшую историю о любимой майке. Похоже, Леха хорошо знает Анну и, возможно, рассчитывал именно на такую реакцию, что она сразу бросится ему на помощь. Спасем твою футболку. Ну, ништяк, а вы что-то загудели вчера? То есть все, понял, танцы. Какой-то хороший знакомый. Я встал, короче, руки... Короче, это в четверг, руки в трясы. Да, да. Это же не по расписанию же, как не подгадаешь. Как душа ляжет. Что это за тип этот Леха?
Откуда он знает нашу подозреваемую? Связывает ли их что-то, кроме грядущей операции по спасению Майки, нам пока неизвестно. Продолжаем наблюдение. А, ничего, это я... Я зайду тогда сейчас сразу? Ну, да, конечно. Да, ну все, ништяк, поехали. Он к ней в гости пойдет. Переключайте на квартиру. Есть сигнал, проходите. Что-то нет никого в квартире, не приходит никто. Ждите, еще не поднялись, наверное. Димон, что делаем, Дим? Ребят, давайте пешехода отправляйте в подъезд на лестничную клетку. Шел пешеход. Леха и Анна шли к ней с четкой целью за пятновыводителем, а по пути сами растворились неизвестно где. Неприятная ситуация. Потерять подозреваемую вот так за несколько секунд в ее же доме. Да, в подъезде, что ли, делать? Или вообще ума не приложу, что происходит. Мания видимых. Все удочки разложили по 50. Гляжу, поверишь, девчонки, походу, местные. Да ее лестничная клетка, просто она на две разделяется. Там прыгают все дела, ну вообще, стриптиз бесплатно. И чё ты думаешь, мы там поймали, что ли? Да ничего не поймали, весь вечер. Это разговор ни о чём. Русалки вас соблазнили. Чё ты мне, это средство дашь, что? Заболтал ты меня. Сейчас, вынесу тебя. Ну давай, давай, подожди. Просто мастер занимательных историй. Сначала про Майку, теперь про голых деревенских девок. Тем не менее, в квартиру Анна Леху не пригласила. Короче, понятно, просто они болтали тут, стояли. Ты ее и на пятно, и в машинку стирали. Да, я там посмотрю, блин, Анька. Ну, мне бы такую жену, как ты, так вообще бы, наверное, бед не знал. А то у меня одни дефектные. Слушай, похвалил за хозяйственность. Зайдем там. У меня дела. Пойдем заскочим там на 5 минут. Заодно там покажешь. Ты ее к себе зовет, он, видимо, живет где-то. Ну, давай. Расходятся они, работают в квартире. Ни комплименты, ни просьбы помочь мужчине не помогли. Анна вежливо сослалась на дела. Однако теперь мы знаем, что Леха – сосед Сергеевских по лестничной клетке. Интересно, как часто они общаются и только ли по хозяйственным вопросам. Зафиксировали его квартиру. Наша команда ведет наблюдение за Анной Сергеевской по просьбе ее мужа Иннокентия. Мы стали свидетелями несколько игривого общения соседа Алексея с нашей подозреваемой, поэтому решили установить дополнительные камеры в общем коридоре. Да, есть камера общая, спасибо. Что это за горн? Алло, Леш. Звонок такой на телефоне у нее. С Лешей говорит. Пишем. Ладно, хорошо, да, через минуточку подойдем. Олег, она сейчас к соседу пойдет, давай прям быстрее. Понял, я быстро. Все, красавчик, все вижу, уходи. Видеонаблюдение на лестничной клетке организовать мы успели. Однако в квартиру соседа нам хода нет. Может, Алексей рассчитывает, что Анна отстирает его майку? Может, еще не все байки рассказал? Сыщикам остается только ждать. Не идеальный ракурс, Олег, но нормально. О, этого тоже не зайдешь. Она у него. Ждем. В итоге наша подозреваемая провела в гостях около часа. Для стирки одной единственной майки это слишком долго. Что на самом деле происходило за закрытыми дверями, осталось для нас загадкой. Работаем в квартире. Наступил второй день наблюдения. К обеду Анна закончила с уборкой, готовкой и сейчас может позволить себе просто поваляться на диване. Вот это звонок. Приветик. Я дома. Отвечает игриво. Угу. Я бы тоже хотел. Да, давай, жду тебя. Через сколько будешь? Непонятно, с кем говорит. Да?
Скоро кто-то в гости будет. Кажется, у нашей подозреваемой намечается гость или гостья. И мы видим, что ради этой персоны женщина пошла переодеваться. Ну что, она переоделась так? Это общалась игриво, а как будто официальная какая-то встреча. Нет. Я тебя в домофон не слушаю. А я не звонила, там какая-то бабуля выходила. Это неожиданность. Понятно, ты завещаешь. Да, завещаю. То есть это ради Лили Анна надевала платье и приводила себя в порядок. А то оперативники в силу профессиональной деформации уже стали готовиться к самому худшему. Странно, конечно. Твоего рубашечки качество вообще отличное. Англия. Квартиру, обратите внимание, не пускает, дает какие-то вещи старые. Да, без проблем. А ты что-то хотел? Короче, мутная история в том, что она переоделась. Пойдем вместе, проводишь меня? Ну, видимо, кого-то еще будет. Сейчас, подождите, Пойдет ее провожать, но в квартиру по-прежнему не пустила. Интересно, что наша подозреваемая абсолютно никого не пускает в квартиру. Ладно бы соседа. Но ведь даже подругу не пригласила войти. Похоже, в этом доме действительно все должно быть стерильно. А наружку видим их. Вообще странно, что она без масок, без маски, хотя они такие все стерильные. О, привет! Здрасте. Смотри, короче, как... Лёха этот подходит. Ну, слушай, вот как и не было. Блин, спасибо тебе огромное. Ты что, это моя самая любимая майка, знаешь, я типа в ней про в особом случае. Странно, она же вроде у соседок квартиры делалась. Да, Ланенька, давай, пока, спасибо тебе огромное. Заходи там, с меня, если что. Вообще, как будто не знакомый. До свидания. Да сосед мой. Ну, симпатичный мужик. Может, не с ним это того? Гиль, ты чё? Начинаешь вешаться на каких-то. Ладно, я шучу. Ой, давай я тебя... Звонок у этой Лили. Чего тебе, Лёша? Лёша? Нет, я тебе звоню. Я пришла, у тебя дверь закрыта. Я почему должна пороги оббивать? 100%. Пошёл. Ну, все понятно. Это девушка с соседом, у нее роман, видимо. Каня? Даня, такой, как ты, даром не сдался. Какие страсти вокруг Анны кипят. А она-то и не знает, что у подруги тайные отношения с соседом. Вернувшись из магазина, наша подозреваемая не стала переодеваться обратно, но надела фартук, чтобы не испачкаться, пока хозяйничает на кухне. Мы работаем по квартире. Какой-то волосатый подходит к двери. Внимание! Мужик, в смысле? Походу, платье-то где? Надо сработать. Сразу она сняла фартук себе. Тут в квартиру зашел. Опять без маски, кстати. Так вот, кого на самом деле ждала Анна. И вот для кого она наряжалась. Юрий – это первый человек, которому дозволено переступить порог квартиры Сергеевских. Если здесь все понятно, фиксируйте. Вот, значит, как развлекается скучающая домохозяйка. Привечает в своем доме любовника. Измена, как ничто другое, прежде всего свидетельствует о душевной нечистоплотности. На самом деле внутри Анны живет грязная девчонка. Весь блеск и вся стерильность вокруг только еще ярче подсвечивают ее порочность. Сейчас на месте событий Дмитрий ждет приезда Дениса и продолжает следить за тем, что происходит в квартире Сергеевских прямо сейчас. Фиксируем в квартире происходящее. Что? Ну вот это все. Мне кажется, так же жить невозможно. Здесь любой. У нас на курсе самое лучшее было, помнишь, как? Ребята, у вас звук на максималку? Инженеры, отреагируйте на него. Прям сейчас попробуем все приподнять. Нет, подошел. С ним разговаривать, в общем, на эту тему. Может, мне с ним поговорить? Да ты че? У чувака-то, кстати, серьезные намерения, походу. Можно с тобой? Да, послушаю. Угу. Интересная, на самом деле, беседа.
он еще больше взбеситься будет. Вот последний раз мы с ним разговаривали. Знаешь, что он сделал? Ну, не знаю, заметил ты или нет, у меня тут синяк. Знаешь, как схватил вот так. Ну, я говорю, он душнило вот такое. Скажите, ты там собираешься, чего? Ну, нормально все будет, ну, образуется. Ты пока не пришел, она рассказывала Юре, что он не дает ей нигде работать. Но ее тоже можно, знаешь, делить. Потому что она что-то ей приврала. Дим, внимание, видимо, Накинти идет к вам. Принял, ждем. Приготовились. Здрасте, Накинти. Работаем на троих. Выяснилось, что есть у вашей жены все-таки любовник, есть человек, с которым она встречается. Это ее старый знакомый, да. Юрий. Если готовы, мы покажем вам видео. Вы сами во всем убедитесь. Давайте посмотрим. Там, все, да. Ясно, Дим. А мы давайте мы пойдем с вами, наверное, так будет, я думаю, надежно. Вы все, что ли, пойдете? Да. Сейчас он нас не будет. Ну, пойдемте. Да, какой у него выход-то? Пойдем все. Группа, поднимаемся на этаж. Мне кажется, там не будет особо никакого махача, но, тем не менее, быть готовым ко всему. А, внимание, наш этот изменник, пацан, он в душе сейчас. Этот, волосатый, да? Вышел. Мы на этаже заходим. А, да, видим вас с коридорной камеры. Они не ждут, мне кажется. Они сами между собой уже решение приняли. Собирается выходить волосатый, осторожно. Попрощались они. Ай, что у нас такое происходит? Добрый день. Вот, здрасте. Это кто вообще? Это Юра, одногруппник мой бывший. И что? Что он здесь делает, Аня? Ну, в гости пишу. Какие гости, Аня? Это программа «Опасной связи». Мы занимаемся расследованием случаев измен. К нам обращаются люди, мы следим за их супругами и выявляем правду. В вашей квартире стоят камеры? Да. Они все зафиксировали, мы вашему мужу показали. Иннокентий все знает, поэтому не надо сейчас напрягаться. Аня, я прекрасно видел, что вы тут вытворяли. Как ты посмела, а? Чего тебе не хватало в жизни? Я все для тебя делал. Ты приводишь какого-то мужика. Смотрите, он начал заводиться, будьте осторожны. Ясно тебе? Вообще-то ты зато сейчас точно не получишь. Точно не получишь. Ты дрянь, понятно? То есть это ты вот мне вот сейчас вот высказываешь? Вот что, я чем? Кирилл рядом стоит, не будет никакого. Вот это вообще... Чистить, это у тебя в голове, потому что вот грязь, вот тут у тебя в голове грязь, а не вот тут вокруг у нас. Да нет, Аня, это ты здесь грязь устроилась, может, он даже не первый? А, может, я просто знаю только об одном? Ну ты... Ты вообще заткнись. Я не могу просто с тобой разговаривать. Ты мне объясни, чего тебе не хватало? Да, это волосатый сколько. Что ты делаешь? Поначалу нормальный, ну вот нормальный ты... Знаешь что, пошла ты... Нормально разговариваю. Да, все, иди ты в... Я не могу здесь больше находиться. Выходит наш заявитель, выходит. А, поделитесь на группы, будьте готовы. Принято. Если, пожалуйста, к маме. К маме? Да, будьте так добры. Наверное, это правильно. А с ним мы работаем. Но если живете вы с деспотом и тираном, разведитесь с ним. Для чего вот доводить до такого? Это вот понимаете, сейчас просто это цветочки, что происходит, по сравнению с тем, что происходит, когда мы с ним наедине. А что вам мешало уйти от него? Защитник есть вам. Смотрите, какой рыцарь. Так вот вам легко сказать. Что вам? Скажите, что я виноват. На цепь вас посадил? Ну, мужчина вас обеспечивал, всем вроде ни в чем не нуждались. Вот это вот кажется. Со стороны там всегда виднее. Ну, тебе-то уж точно. Пойдемте, ребят. Да. Группа выходит. Утешатель. Покинули объект. Давайте, давайте. Мы можем снимать наблюдение, я думаю. Стоп. Спасибо. Иннокентий подал на развод. Он согласился разделить пополам совместно нажитое имущество. Анна переехала к своему любовнику Юрию, но на работу выходить не торопится. Сейчас она занята тем, что пытается отсудить у мужа квартиру целиком.